такая многоцелевая ракета. Конструкторское бюро машиностроения. Много различных систем защиты нашей тяжелой техники. Такие вот отстреливающиеся. Да, вот мы наблюдали, насколько прочное стекло. Нужно наблюдать сейчас, какая его толщина, для того, чтобы обеспечить непробиваемость. А какие красивые фары. Фары прошлого поколения, сейчас уже техника даже на военной технике уже светодиодная.